Сегодня 14 сентября. Это виноград цитрона Могорыча. Такой вот он желтенький. Набрал 20% сахара. А солнышки вот эти желтенькие ягодки 22. Такая вот гроздочка. Это не самая крупная. Это грамм на 200-250. Это второе его плодоношение. Вот такой. В этом году весной было 2 заморозка. Виноград немножко побило морозом, хотя и укрывался. Такой он хорошенький. Это у меня здесь самая большая такая толщенная гроздь. Такая с крылом. Это, наверное, уже будет грамм на 300-400. Такие грозди. Виноград очень вкусный. Такой у шкурки цитронный привкус. У ягоды вкус как мандаринки. Очень вкусный. Сегодня вот 14 сентября буду снимать весь виноград на вино.